Всем приветики. Что-то в последнее время на меня какая-то апатия напала. Что-то как-то грустно, скучно. Все лень, ничего не хочется, одиноко как-то. И вот я сижу, страдаю. Ну, вернее, как, просто тупо, не знаю, как потерянный такой. Не знаю, что мне делать. Вот. Так бы хоть в интернете посидел там, в компьютере, в телефоне, в телевизоре, а так глаза болят, что-то особо этого всего не поделаешь. И, блин, как-то все так как-то вот сидишь и прямо не знаешь, что делать. Такая, типа, все, блин. И я сижу прямо, даже не знаю, чем мне заняться. Вот пока потихоньку в квартире перебираюсь, навожу порядок и даже нет никакого вдохновения, чтобы даже те же видосики делать. Раньше делал, а сейчас как-то так лень все, блин, все как-то так не хочется. Пропало то желание, вдохновение, какая-то искорка. И там пару сделал, поудалял, все, блин, что-то вообще какая-то момент настал в жизни такой. Какой-то странный, переломный какой-то. Такие дела.